Лемкин мог бы изобрести плуг заново, но в этом нет нужды. Десятилетиями инженеры Лемкин совершенствовали производство навесных плугов. Но и при этом конструкторам фирмы удалось сделать еще один шаг вперед. Заметный шаг в сторону точной вспашки. Результатом стало новое поколение плугов – «Ювель». Инновационная концепция и заново разработанные детали позволяют уже сегодня назвать «Ювель» состоявшимся высокопроизводительным плугом. Но новый плуг интересен только тогда, когда его применение позволяет сэкономить время и снизить расходы. Оба эти требования «Ювель» выполняет полностью. Ну а то, что работать этим плугом очень комфортно, это побочный эффект. Но согласитесь, очень приятно. Кое-кто скажет, что правильно настроить плуг – это искусство. Без комментариев. Правильно настроить «Ювель» от Лемкин проще простого. Благодаря надежной системе OptiQuick, установка ширины захвата первого корпуса и регулировка линии тяги трактор-плуг выполняются парой движений. Внешний винт регулирует ширину захвата, а внутренний винт компенсирует боковую тягу. Это снижает расход топлива и износ плуга. Ни ширина захвата, ни регулировка боковой тяги не требуют повторной установки. При вспашке трактор располагается наискосок к борозде, а плуг для достижения оптимального результата должен устанавливаться на правом углу почвенного горизонта. Теперь остается тонкая настройка. До этого Лемкин разработал новую систему Turn Control. Система Turn Control позволяет регулировать и запоминать угол наклона плуга «Ювель» простым нажатием кнопки, не покидая кабины трактора. И благодаря электрогидравлической настройке. Для каждой стороны отдельно, ведь каждое направление проезда имеет свои особенности. Невыполнение этой настройки приводит либо к забиванию борозды, либо к сильному отклонению лемехов и трудности прохождения плуга. Правильная тонкая настройка позволяет снизить расход топлива и добиться просто идеальной вспашки. Сейчас «Ювель» идеально работает с точно настроенной шириной захвата первого корпуса, правильным углом наклона и без боковой тяги. И неважно, сколько раз он обернется или при наличии системы Вари, как часто будет регулироваться рабочая ширина. При использовании почвоуплотнителя достаточно лишь подкорректировать линию тяги плуг трактора. Другим преимуществом гидравлической регулировки угла наклона является упрощение процедуры навешивания и снятия плуга. Поставить плуг прямо теперь очень просто. Для улучшения и без того почти идеального оборачивания плуга «Ювель» Лемкин усовершенствовал работу системы оборота за счет точной электрогидравлической системы Turn Control. Уже на первый взгляд бросаются в глаза как большое расстояние до земли, так и гидравлически регулируемое опорное колесо. Это стало возможным с одной стороны за счет измененной оборотной башни с высокой фиксацией верхней тяги, а с другой стороны за счет гидравлического цилиндра, который отклоняет плуг при обороте. Одна важная особенность. Все плуги «Ювель» от Лемкин в базовой комплектации оснащаются корпусами Duramax. Огромное преимущество. Во-первых, ресурс отвала и полос отвалов Duramax выше примерно на 50%, так как их материал толще, чем обычно. Так как корпуса теперь не выполняют несущую функцию, они могут стачиваться полностью. Кроме того, они изготавливаются из особо закаленной стали. Это стало возможным благодаря отказу от ослабляющих прочность материала сверлений и перфораций. Следующим преимуществом является возможность производить замену узлов корпусов без использования инструментов. Это происходит в 5 раз быстрее, чем у обычного плуга, так как они просто вставляются, а не прикручиваются, что позволяет экономить 80% времени. При
При внимательном рассмотрении корпусов плуга заметно, что и запахивающий удобрение предплужник также подвергся изменениям. Промежуточные культуры, пожнивные остатки, клейкая земля – нет проблем. Все 5 типов предплужников из ассортимента Lemkin могут быть установлены и на Ювель. И самое важное, теперь его можно регулировать не только по высоте, переставляя штырих в пластине. С помощью клина теперь можно просто и быстро изменять угол отброса почвы на 6 градусов в обе стороны. Но чтобы получить все из нового поколения плугов, для плуга Ювель была разработана инновационная система защиты от перегрузок Hydromatic. Силу срабатывания, не требующей обслуживания гидравлической системы, можно бесступенчато настраивать в зависимости от типа почвы. Для того, чтобы предотвратить на легких почвах выворачивание камней, сила срабатывания ставится на минимум, на тяжелых почвах она увеличивается. При этом плуг продолжает равномерно работать, несмотря на сопротивление почвы, и выдерживает заданную глубину. Дополнительные опции, минимальные и максимальные силы срабатывания, могут быть заранее установлены с блока управления. В зависимости от типа почвы, сила срабатывания может быть отрегулирована в пределах этих границ из кабины трактора. При этом гидроматик оставляет достаточно места для отклонения, так что корпуса могут отклоняться и до 20 см в сторону. Можно сказать, 3D-защита. Этим достигается бесперебойная работа, а сам плуг надежно защищается от повреждений. Следующим шагом для прекрасной вспашки поля является гидравлическое опорное колесо. Оправданная дополнительная опция. Каждый плуг должен проводиться параллельно поверхности земли, чтобы все корпуса равномерно вспахивали почвенный горизонт. При установке глубины вспашки колесо может гидравлически подрегулироваться прямо из кабины трактора. Для проезда по дорогам общего пользования плуг Ювель фиксируется в срединном положении, что обеспечивает маневренность и безопасную транспортировку. Ювель доказывает на практике, что ему придают эти отдельные преимущества. Ювель оказывается более дешевым, учитывая экстремальную износоустойчивость, техническую надежность и экономию топлива. Замечательное качество работы, простота прохождения по полю и прекрасный результат делают Ювель особенно привлекательным для серьезных сельскохозяйственных предприятий. Ведь чтобы добиться успеха, сперва нужно найти достойного партнера.